Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Китай, чтобы обсудить проблему отношений с северокорейским режимом и его ядерной программой. По мнению главы американской дипломатии, официальный Пекин неоднократно демонстрировал свою четкую позицию, которая предусматривает обязательный отказ Северной Кореи от ядерного оружия. Наши китайские коллеги дали ясно понять, что если Пхеньян не подчинится международным требованиям, не вернется за стол переговоров и не выполнит обещания относительно установленных мировых стандартов в области ядерных технологий, Пекин готов к дополнительным действиям по защите своих национальных интересов.